В районе убираются последние гектары главной сельскохозяйственной культуры – пшеницы. Всего земледельцами осталось убрать около 500 гектаров возимой пшеницы. Валовый сбор данной сельскохозяйственной культуры составил 86 778 тонн. Среднерайонная урожайность достигает 59 центнеров с каждого гектара. Фермеры района приложили все свои силы и усилия, чтобы собрать урожай в сроки и без потерь. И им, в принципе, это удалось. Не менее важной задачей является послеуборочный комплекс. Завершив жатву озимых и зимующих культур, сельхозтоваропроизводители следом приступили к дискованию полей. Всего на 27 июля задисковано 3188 гектаров пашни. Измельчение соломы произведено на площади 8872 гектаров.